Портал FB.ru расскажет о 18-летней жене Руслана Байсарова, которая имеет неземную красоту. Давно всем известно, что Руслан Байсаров, супругой которого когда-то была Кристина Арбакайте, входит в список самых богатых бизнесменов России. Его состояние огромно и насчитывает около полумиллиарда долларов. Совсем случайно стало известно, что в канун Нового года у Руслана появилась новая жена, которой стала совсем молодая чеченская девушка по имени Алмат. Данную информацию вынесла на достояние общественности работница свадебного салона, расположенного в Грозном, в котором было приобретено свадебное платье для невесты. Примечательно, что ни сам Руслан, ни его родственники не планировали распространяться на этот счет. Свадьба бизнесмена и юной красавицы прошла 30 декабря прошлого года в закрытом формате на территории Чеченской Республики. Это было поистине пышное торжество. Несмотря на свой 51-летний возраст, Руслан Байсаров решил взять себе в жены совсем молодую особу. Алмат недавно исполнилось всего 18 лет. Эта девушка была воспитана в хорошей семье, и до вступления в брак она проживала со своими родителями в небольшом чеченском поселке Шали. Она отличается большой застенчивостью, имеет прекрасное образование и не любит публичность. В некоторых источниках говорится, что Алмат когда-то пыталась пробовать себя в модельном бизнесе. Однако люди, знающие ее, отмечают, что это выдумки прессы. На самом деле, прекрасная супруга Байсарова никогда не была связана с модельной сферой. Она не публичный человек. Узнав о свадьбе Байсарова, многие возмутились, мол, как он мог жениться на Алмат, если до сих пор не развелся со своей предыдущей женой, Мадиной Гайтаевой, свадьбу с которой гуляли в 2009 году. Исходя из этого, можно смело делать вывод, что Алмат стала второй законной супругой олигарха. На самом деле, законы ислама, которых открыто придерживается Руслан, не запрещают мужчине иметь одновременно несколько жен. Правда, при этом он обязан уделять внимание и заботиться о каждой из них, не выделяя одну супругу не только друг перед дружкой, но и в обществе. Взгляд на эту ситуацию невольно наталкивает на мысли о сюжете популярного сериала «Великолепный век», в котором очень ярко показано, чтобы завоевать любовь своего супруга, как бы и в семье Байсарова не начались закулисные войны и расприи между первой женой и обаятельной Алмат. А что вы думаете о многоженстве? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.